Мы находимся у раки Александра Сверского. Мощи были обретены в 1641 году при постройке нового Преображенского храма, в котором мы сейчас находимся. И, как вы видите, они практически в полной сохранности. Объяснения этому нет человеческого, кроме того, что вот это Бог так устроил. Патриарх Кирилл, когда приезжал сюда и прикладывался к мощам, он так и сказал на проповеди: это мощи теплые. Это вот живой человек, как